мешают учиться. Как быть червяками в наших головах под названием «социальные сети»? Как они влияют на нашу абхазскую молодежь? Мы начинаем новый проект. Думаю, что он будет полезным. А вот насколько этот проект будет интересным, это зависит прежде всего от вас, от студентов, от участников этого проекта. Технически он сегодня немножко сложный, потому что в этом небольшом помещении, где обычно заседает Союз студентов Абхазского государственного университета, представляете, что здесь очень интересная энергетика. Я не знаю, что происходит здесь без нас, но я думаю, что это интересно, да? Вот, и здесь работают 4 камеры. Так что техническая задача у нашей съемочной группы непростая. Без подготовки, без заготовок, без шпаргалок студенты АГУ в этой аудитории, в этом формате будут обсуждать самые актуальные проблемы. Проект наш называется «Мозаида» и отвечает как раз-таки той главной фишке, о которой я сейчас говорила. Без заготовок работаем мы в эфире. Ари адырыт рахнала галаке аджирве ирбам харкалот апсу студенцу изыны псифил изым шавюзюха. Аха яха халагара хучик иудаю пазыхны хапахшот хучик хашекулан хшакалазыпши апсу бисфя, ахюнткару бисфихе, хаясна, уэ бисфяла, ику адыратараку вихарада, мазейда, форматач и мепахгалу. Сегодня наше обсуждение, обсуждение интересной проблемы. Я хотела бы, чтобы каждый из вас назвал себя, а я хочу проверить себя на память, свою память. Попробую запомнить вас всех по именам. Давайте, первый ряд, пожалуйста. Яна. Дамей из исторического факультета. Сария, филологический факультет. Кирилл, исторический факультет. Аслан, исторический факультет. Ариана, филологический факультет. Все, давайте пока первый ряд я запомню. Яна, Дамей, Сария, Кирилл, Аслан. Ариана. Ариана. Все, дальше. Амир, исторический факультет. Самей, экономический факультет. Алхас, экономический факультет. Кемал, экономический факультет. Ой, давайте пока запомню. Амир, Самей, Алхаз. Кемал. Кемал. Дальше. Сабина, международные отношения. Аляс, экономический факультет. Надежда, исторический факультет. Илья, международные отношения. Угу. Улис, исторический факультет. Вот какая задача. Сабина, Алхаз, Улис, Надежда, Надя и Илья. Запомнила вас всех? Спасибо. Спасибо большое. Переходим к своей основной работе. Я не могу представить свою жизнь без интернета, без интернет-общения. Так рассуждают многие. Мне интересно знать, это про вас, это ваша история или нет. Давайте думать и рассуждать. Кто первый? Илья. С этим высказыванием я хочу согласиться. На сегодняшний день соцсети и интернет стал основной частью нашей жизни. Все мы проводим довольно большую часть жизни в интернете. А кто-то видит в этом отрицательный характер, я же вижу положительный, когда это делается в правильном русле. Я себя нашел в интернете в плане, я нашел единомышленников, и мы жизненные. Да, не забегаем вперед, отвечаем только на поставленный вопрос. Пожалуйста, все, вслушивайтесь в вопрос. Без интернета, без интернет-общения вы считаете свою жизнь полноценной? Вы вот нет. Лично Илья? Нет. Спасибо, садитесь. Спасибо. Дальше. Яна? Я бы согласилась с этим высказыванием, но лишь частично, потому что считаю, что интернет — это, конечно же, добро, но в какой-то степени это зло. То есть можно найти и плюсы, и минусы, и для меня это я потом, нахожу... Это потом, да. Пока отвечаем тогда, на вопрос. Тогда вот, да, вот вы не частично. Представляете свою жизнь без интернета? Нет, или все-таки я представляю свою жизнь, ну, ладно, без интернета. Нет интернета, вот закрыли, все, закончилась эта история. А у меня был такой период, я уже прошла. Так все, что... спасибо, да. Дальше передавайте микрофон. Мне вполне хватает общения в реальной жизни, так что вполне без интернетного общения. То есть вы свою смогу жизнь прожить. Без интернета, без интернет-общения, да. Представляете все-таки, вполне. Да? Или спасибо, садитесь, пожалуйста. Дальше, кто хочет высказаться по этому вопросу?
Но судя по тому, что сегодня мы дистанционно можем общаться со всеми, то я могу сказать и согласиться с предыдущими ребятами, что жизнь свою без интернета я не представляю. Но, естественно, если понадобится, то и без интернета я спокойно жить тоже смогу. К большому сожалению, на сегодня без виртуального мира, без социальных сетей жизнь очень сложна. Для тебя она сложна? Для меня, так же, да. Как и для всего общества, я считаю. Угу. Спасибо. Дальше. Свою жизнь я представляю без интернета. Мне кажется, что интернет не приносит моей жизни ничего особенного. Мне вполне хватает общения в реальной жизни. Угу. Дальше. Лично для меня интернет — это зло, и я была бы очень рада, если бы его не было в моей жизни. Интересный ход получается у нас. Дальше. Вот давайте второй ряд. Кто там остался еще? Высказывание, что без него жизнь не представляет, для меня слишком, можно сказать, грубое, потому что мне хватает общения в жизни. И помимо интернета у меня еще другие хобби тоже есть, поэтому я представляю свою жизнь без интернета. Какие вы хорошие и правильные. Давайте дальше. Я активный пользователь социальных сетей, однако, если придется, я готов полностью отказаться от интернета. То есть для меня это не проблема. Да-да. Я также соглашусь со многими ребятами, что интернет — это зло, и без него было бы лучше складывалось бы общение, и в целом попробуем я против интернета. Попробуем потом разобраться, почему это зло. Не могу не согласиться с Самеем. Я тоже активный пользователь социальных сетей, но в случае чего я тоже без проблем могу отказаться от интернета. Я представляю свою жизнь без социальных сетей, однако это будет затруднительно, потому что общение с многими близкими людьми по разным обстоятельствам возможно лишь через интернет. Я согласен со многими студентами, находящимися тут, то есть интернет — это неотъемлемая часть жизни. Интернет — это, конечно, не потребность первого порядка, то есть не биологическая потребность, а все-таки потребность второго порядка, но... Вы свою жизнь представляете без интернета? Вот именно вы. Да. Ну вот, грубо говоря, мы же можем представить свою жизнь без машин. Угу. Но с машинами нам существовать гораздо удобнее и лучше. То точно так же и с интернетом, в принципе, я считаю. Достойный ответ, пожалуйста. Я не могу говорить, что смысл моей жизни — это интернет, но все равно интернет — это часть моей жизни, и без него мне будет достаточно трудно. Да, говорите правду. В каком возрасте родители купили вам мобильные телефоны, либо дали возможность пользоваться их телефонами, и какие были ощущения, когда у вас появился доступ к мобильному телефону? Понимаю, неожиданно немножко, вот поэтому давайте, пожалуйста. Мои родители как могли ограничивали меня от всякого рода телефонов, интернета. И свой первый телефон я получил к 12 годам, к чему, кстати, очень сильно благодарен своей маме, своему отцу. Это нанесло свой вклад, то есть 12 лет. Угу. Дальше кто хочет высказаться? Я свой первый мобильный телефон получила во втором классе. Это было сугубо для связи. На тот момент как такового интернета не было у меня. В интернете, естественно, я появилась только к 13-14 годам. И пользоваться им я училась очень долго. Этому, естественно, я благодарна своим родителям тоже. Точно возраст не могу сказать, не помню, но телефон, смартфон появился у меня очень рано, но я благодарен родителям, они мне смогли дать правильное объяснение, зачем использовать телефон. Я использовал телефон для связи с семьей и по домашнему заданию, уроки и так далее. Вы были в дошкольном возрасте? Или как? В школьном возрасте. В дошкольном возрасте не существовало еще смартфона. Пока еще не было? Да, еще не было. Вот. Ну, начало школы, тогда. Это класс первый, второй. Получается, вы другое поколение, да. В общем-то. За вами кто идет, наверное, они рассуждают иначе. Давайте, пожалуйста. Свой первый телефон, если я не ошибаюсь, получила где-то в 11-12 лет. И как для Сари, он был для звонков на самом деле. А вот именно доступ к интернету я получила намного позже. Мне было примерно 15-16 лет. Я впервые свой телефон получил уже к 10 лет. Но это был Nokia, кнопочный телефон, чтобы звонить, связываться с родителями. Но уже в 10 лет я брал телефон мамы и зарегистрировался в «Одноклассниках» и пользовался этой социальной сетью.
доступ к интернету, как раз-таки и получил телефон, я примерно в 13 лет, и как раз-таки зарегистрировался в тех же одноклассниках. Что касается ощущений, на самом деле это было престижно и круто среди наших сверстников, что мы вот в соцсетях. Родители не запрещали мне пользоваться интернетом, но особо с детства у меня не было интереса и зависимости от соцсетей. Но когда у вас телефон появился? Ну, вот примерно, я точно возраст не помню, примерно в 12-13 лет. Я прекрасно помню тот момент, когда получил первый телефон. Это был подарок на день рождения, когда мне исполнилось 8 лет, то есть сами родители подарили мне его. Однако практически до конца школы я его не использовал, только для связи. Лишь потом зарегистрировался в социальных сетях и начал активно пользоваться. Но в социальных сетях зарегистрировались в каком возрасте? Примерно в каком классе? 15-16 лет. Первые телефоны появились у меня достаточно рано, но мы, наверное, говорим о смартфонах с свободным доступом в интернет. Этот телефон у меня появился к 12-13 годам, но даже в этом возрасте родители довольно сильно ограничили меня в этом, с чем я, честно говоря, согласен. К 12-13 годам все равно свободный доступ в интернет у детей, по моему мнению, не должен. Да, об этом мы поговорим дальше в перспективе. Давайте. Насчет меня. Первый телефон у меня появился лет в 9, и это был телефон сугубо для связи, а в социальных сетях лично я появился лет в 13-14. Угу. Свой первый телефон я получила где-то в 3 классе, но он был без доступа к интернету. А с доступом к интернету я получила где-то в 11 лет, но мне было не особо интересно. Если честно. Мой первый телефон мне родители подарили где-то в классе 4-5. Это был, естественно, на тот момент кнопочный телефон. В дальнейшем у меня появился смартфон, и я начал пользоваться социальными сетями. Это было где-то лет в 14-15. Там я общался со своими друзьями, узнавал домашние задания, ну, использовал телефон по необходимости. Я не скажу новость, я, как и у всех ребят, свой первый телефон получила в классе 2-3, и тоже он был клавишный и чисто для связи. А вот именно с доступом к интернету свой телефон я получила в 16 лет, и как раз-таки именно с 16 лет я познакомилась с социальными сетями. Если через какое-то время, да, промежуток времени мы соберем вот ребят в вашем возрасте, которые сейчас вот намного младше вас, да, я думаю, что они будут говорить абсолютно другое. Следующий вопрос такой. Да убери ты этот телефон, отложи его куда-нибудь. С родителями возникают конфликты из-за того, что вы уткнулись в телефон, уткнулись в компьютер на долгие-долгие часы. Как вы с родителями по этому поводу уживаетесь и взаимодействуете? Ну, мне кажется, это проблема у каждого. То есть, когда мы долго засиживаемся в телефоне, это социальные сети или же просто по работе, родители, естественно, просят... У вас как происходит? Да, вот у меня интересно. Тоже самое, вот когда я очень долго засиживаюсь в телефоне. В основном я через телефон, через социальные сети работаю. Меня мои родители просят отложить телефон, пообщаться с ними, и чтобы тем самым не портить свое зрение. Просят или как они да. говорят? Вот нет, для начала будет, просят, да? естественно, да. просят по-хорошему, а потом уже говорят, что если я не отложу, возможно, я его могу лишиться на несколько дней, несмотря на то, что мне 19 лет уже. Хорошо, дальше. У меня по этому поводу полная демократия в семье. Я вправе сам использовать и решать, использовать мне или не использовать смартфон. Но мне постоянно объясняют, то, что не стоит много сидеть в нем. Поэтому как-то вот так. Ну, прямо у всех у вас родители с железными нервами. Они говорят, пожалуйста, отложи телефон, поешь, там, пообедай, позанимайся. Нет, они просто, я просто не так уж много сижу в телефоне, они знают, когда я сижу, я делаю дела какие-то. То есть родителям проблемы вы не создаете. Да, следующий. Именно такой период засиживания в телефоне, в соцсетях у меня был где-то в лет 17. И тогда, правда, эта проблема была очень серьезной в нашей семье. Я даже помню, мама говорила, что все, давай сюда телефон, больше его не увидишь. Даже был период, когда у него забрали на несколько дней, потому что я настолько была... Я даже не помню, чем я была увлечена, но это на самом деле была серьезная проблема. А сейчас я сама уже очень редко достаю телефон или другие какие-то гаджеты при родителях, потому что очень редко с ними вижусь, и единственное мое желание при встрече просто поговорить с ними
и у меня нет желания доставать телефон. Мои родители не ограничивают меня в пользовании гаджетами, но есть бабушка Галина Алексеевна, она всегда говорит: отложи телефон. Галина Алексеевна педагог? Да, в свое время она была педагогом, говорит: поговори со мной, с телефоном будешь пользоваться немного позже. Спросите у меня, как я догадалась? Спасибо, хорошо. Дальше. Хоть я и сказал, что представляю свою жизнь без интернета, но буду честным, очень часто можно услышать крики мамы, когда она пытается говорить со мной, а в это время с кем-то переписываюсь и не отвлекаюсь от телефона. Но это только с мамой, с папой я лишний раз не вытаскиваю телефон. Хорошо. Я думаю, это проблема поколений. Наши родители не понимают нас, и с папиной стороны. То есть ему абсолютно не нравится то, что я засиживаюсь в телефоне. Также, когда я беру телефон, я абсолютно не слышу, что мне говорят. Я зависаю в нем, к сожалению. Тогда что говорит папа, которому это надоело? Он ругается. Интересно, какими словами он ругается? Чаще всего я засиживался в телефоне в возрасте 14-15 лет. И в основном это были игры. И у меня вот методы воспитания моей мамы были довольно суровыми. Я потерял 3 своих телефона ее руками. Она дарила, потом через некоторое время разбивала. Но это неплохой опыт. Он меня научил ограничивать себя должным образом. Ну, тут личный опыт у тебя очень жесткий, скажем так. Есть такое, да. Есть такое. Да. А вот, кстати говоря, почему Уиллис, почему такое имя у вас? Это довольно интересная история, было много вариаций. Еще одна история, да, для нас. Но еще, да, одна история. Было много вариаций, как назвать, и вот именно Улис, оно переводится, это второе имя Одиссея в Древней Греции. То есть и вот к такому решению мама с папой пришло. Интересно, так, значит, восходящий переводится. Ну, у вас интеллектуальные родители? Да, практически вполне. Да, да. Спасибо, садитесь, пожалуйста, дальше. Вот как раз-таки все говорили, что не особо засиживались 14-15 лет. Да, как раз-таки у меня это сейчас происходит сейчас. То есть все проблемы, с которыми я сталкиваюсь в учебе, родители всегда винят мой телефон. И, то есть мама постоянно ругается. То есть это постоянные крики за то, что я не, там, не пишу лекции и так далее. То есть это происходит у меня именно сейчас. И среди вас есть, кто не зарегистрирован в соцсетях в данное время? Или вот если вы все в соцсетях, в общем, сидите, тогда знаете ли вообще молодых людей, вот своих среди знакомых, друзей, там, родственников и так далее, кто в соцсетях не зарегистрирован? Есть такие уникальные люди сейчас? Под социальными сетями конкретно что? Вот есть такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, есть Instagram, ВКонтакте, Facebook. Конкретно какой вопрос мы сейчас вот будем раскрывать? Потому что я знаю... WhatsApp может быть другая история, а все остальное? Вот, у меня, остальное, например, есть подруга, которая не зарегистрирована абсолютно нигде, у нее есть только WhatsApp и Telegram, сугубо для связи и передачи данных каких-либо. А так ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке ее нигде нету. Интересно. Она как-то это объясняет? Она говорит, что ей это не надо, что если ей что-то понадобится или будет какая-то интересная новость, обязательно появится такой друг, подруга, которая, естественно, ей это скинет. Ага, хорошо. Еще кто-то хочет высказаться по этому вопросу? У меня есть и друг, и подруга, которые полностью отказались от соцсетей. А подруга отказалась, ну, там, во-первых, это была изначально инициатива ее семьи, а друг — человек, который уже впоследствии он пользовался активно соцсетями, потом он понял, то, что ему нужно заниматься саморазвитием. Это человек, который истинный патриот и хочет внести вклад в развитие страны, поэтому он решил, то, что ему стоит отказаться от соцсетей и капитально заниматься образованием, самопознанием. Вот. Но он пользуется интернетом в рамках какой-то информации достать из браузеров или, допустим, написать на WhatsApp другу, там, родителям или с кем-то хорошо поговорить. Хорошо, этот труженик живет в Абхазии? Да. Спасибо, хорошо. Дальше. У меня тоже есть одноклассник, который не сидит в соцсетях, он, его даже нет в WhatsApp. Более того, он принципиально не покупает телефон с доступом в интернет. То есть ему это вообще не интересно, ему максимум, что нужно, это только звонки. Все. Но вообще ему что-то интересно? Интересно, он занимается домашними делами, в основном помогает родителям, учебой занимается, учится в военном училище. Ну, молодец, очень положительный человек. Скажите, пожалуйста, вот это правда, что многие студенты не пишут семинарские задания, они пытаются во время семинара, вглядываясь в телефон, рассказать, ответить на вопросы?
Много вот таких студентов, которые не пишут, не, практически не готовятся. Они, видимо, скачивают определенный материал, и когда это нужно, в нужный момент, они, значит, начинают преподаватели якобы это все рассказывать, но, понятно, они считывают с телефона. Сейчас эта практика широко практикуется среди наших студентов. Сабина? Честно, я пока на первом курсе такого не видела. Мы пока готовимся ко всему абсолютно и пишем все семинарские занятия и так далее. На первом курсе вы полушкольники пока вот, еще. Да, Сабина сказала, что она на первом курсе, а я уже студент третьего курса. Естественно, мне приходилось наблюдать за тем, как кто-то из моих однокурсников тоже мог в телефоне фиксировал всю информацию, которую он должен был рассказать во время семинара, естественно, с телефона считывал. И у меня бывали такие моменты, когда я просто не могла писать, может, я просто устала, я писала это, печатала в телефоне, в заметках, забывала переписывать, но когда я вспоминала, что у меня через лекцию семинар, я быстро ко всеми усилиями пыталась подготовиться, если, естественно, я что-то забывала, я выходила с телефоном, хоть меня и ругали, но ко мне уже привыкли, но я стараюсь все, естественно, записывать в тетрадь. Но, тем не менее, но такой опыт есть. Без грехов, как вы понимаете. Да, конечно. Хорошо. Еще есть кто хочет на этот вопрос отреагировать? Я хоть и первокурсник, но сталкиваюсь с такой проблемой. Я часто передвигаюсь в общественном транспорте, и мне легче зафиксировать информацию в телефоне. Я часто пишу семинары, там эссе, домашний мы дневник ведем, дневник заполняю в телефоне, и не всегда успеваю, если честно, переписать. Бывает поздно домой придешь, как-то другие предметы сделаешь, все, уже часа два ночи, ложишься спать. Но бывает вот на парах дописываю, как бы, но, как я считаю, это неплохо. Самая главная информация, которую мы получаем, развиваться, а каким образом мы это делаем, мне кажется, не должно иметь вообще смысла для обсуждения. Интересно, есть преподаватели, которые разрешают считывать с телефона? Нет. Таких преподавателей нет? Естественно, к этому все негативно относятся. Но есть преподаватели, которые разрешают фиксировать эту информацию в телефоне, но они говорят, обещай, что ты перепишешь в тетрадь. Я проверю. Хорошо, ну неужели среди вас нет ни одного человека, который пытался хоть один раз обмануть преподавателя, не выполнить задание дома, а вот реагировать на семинарский, на ход семинарского занятия по телефону? Определенно, была такая попытка. Молодец. Но если у человека, ученика это получилось, то он довольно талантливый. И это попробовать грамотно сделать, это отдельный вид искусства, как-никак. Грамотно сказать, читать. В критических случаях я могу себе такое позволить, ну, а в основном стандартным позволить методами. Себе что? Обмануть преподавателя? Да, обмануть преподавателя. Препода, да, как сейчас студенты говорят. Вот. Хорошо. Интересно, я, кстати, вот, ну, все начинают говорить, вот, в наше время, да, вот я уже могу, в таком возрасте, когда я могу уже тоже так говорить, к сожалению. Мы, когда учились, у нас в группе был один студент, который был чуть постарше нас, он поступил позже, очень начитан был человек, то время это имело громадное значение. Кто больше читал, конечно, он больше знал. Да, и вот во время лекции, не буду говорить по какому предмету, потому что сейчас меня услышат мои однокурсники, они сразу же догадаются, кто это он. Но для меня главное, чтобы преподаватель не догадался, потому что эти преподаватели, слава богу, все еще живы. Я помню, на семинарском занятии у нас присутствовал профессор, а преподаватель, значит, с этой кафедры. И тут, значит, наш однокурсник, как обычно, встает и начинает рассказывать. Но он рассказывал очень интересно, он очень много читал, не всегда было понятно, что он говорил. Он очень любил философствовать и так далее. И вот он говорит, профессор Оксфордского университета такой-то, такой-то, сказал то-то, то-то. На самом деле мы все знали, что никакого профессора Оксфордского университета он не цитирует, он просто врал. Понимаете, а преподаватель в тупике, потому что в то время профессоров западных и так далее вообще знали мало, и поэтому преподаватель не знал, как реагировать вообще. Он не знал, ну догадывался, что его обманывают, но признаться в этом просто было невозможно. Так что каждый раз у нас на этом предмете, я помню, какой-то профессор всплывал, то с Сорбоннского университета, то еще откуда-то и так далее. И этот наш товарищ, наш однокурсник, философствующий товарищ, когда началась война, сейчас я немножко сбиваюсь с темы, но мы не ожидали, он правда был философ, он был очень образованный человек, и я никогда не думала, что он будет первым, кто будет стоять в первых рядах. И он погиб, он герой Абхазии. Это до Рузентария, которого мы называли дымом.
Да, теперь я уже возвращаюсь, значит, вот какие бывают студенты. Он преподаватель, и правда, очень хорошо загонял в тупик тем, что он был очень начитан, начитаннее многих преподавателей. Теперь давайте попытаемся разобраться. Самые популярные социальные сети вот среди молодежи. Я думаю, самый популярный сейчас это TikTok, он прям очень популярный. Также Instagram и WhatsApp — это одни из самых популярных. Угу, хорошо. Все сильно разделяется по признаку, возрастному признаку. Дети в основном лазят в TikTok, а более старшее поколение лазит в Facebook. Это очень популярная соцсеть. Средний возраст... Какие дети лазят в TikTok? Дети? Ну вот можно сказать, как только ребенку попадает телефон в руки, ну до лет 14-15 включительно, я думаю, все поголовно лазят в ТикТоке, а выше ребята лазят в таких соцсетях, как... Да не только дети, я тоже засиживаюсь в ТикТоке, и там очень много хорошей информации бывает. Большая часть детей, начиналось с детей. А далее идет Инстаграм, ВКонтакт, хотя ВКонтакт сейчас умирает. Более взрослое поколение лазит в Твиттере и в Фейсбуке. Поэтому вот как-то так разделяется. Спасибо. Ну, это очень важно. Хорошо, Илья, спасибо, да. ТикТок, вы говорите, вы часто сидите да, в ТикТоке. Вот, а вообще ТикТок это такая вещь, куда выливается очень большое количество именно видео. И, естественно, иногда бывает выкладывать чушь просто, но очень много интересных фактов можно найти. Те же самые, особенно для девушек, самое полезное. Очень много рецептов. То есть, если ты будешь искать, многие говорят, что TikTok — это очень ненужная вещь, и что это какая-то деградация поколения. Но если использовать это с умом и по назначению, то там можно найти очень много хорошей и полезной информации, которую ты видишь, как бы теория вместе с практикой. И ты будешь знать, как этой потом информацией воспользоваться и применять уже там в своем деле. Но здесь ключевое слово «если с умом». Но да, вот не все умом, могут. Это же не сложно, все если могут. С очень умом. Часто я молодой в ТикТоке да, ищу то, что мне надо. То есть мне проще найти это в ТикТоке. Но бывает, когда я просто открою ТикТок и смотрю все подряд, что высвечивается в ленте, и я там правда застреваю. То есть, но все подряд там не страшно? Не опасно? Ну, знаете как, ничего такого нет? Смотря что выплывает. Да, выплывает разное, да? Следующий кто? Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Данными соцсетями пользуются свыше 2 миллиардов человек. Это уже о многом говорит. Там подбирается такой контент, чтобы мы засиживались и находились именно в данных приложениях. Угу, хорошо. Режиссер, операторы, вы меня слышите вообще? Что нам молодежь говорит? Вам всем надо переключиться на ТикТок. Хорошо. Дальше. Есть еще? Я составлю свой топ из соцсетей. Вот говорят, ВК умирает. Ну, ВКонтакте я слушаю музыку. У меня там целые сборники, да. Единственное, что сдерживает аудиторию, мне кажется. Да. Чаще я там слушаю музыку, отправляю сама себе файлы, то есть мне там удобно. Затем у меня идет уже Инстаграм, там уже общение с моими знакомыми, близкими, родственниками, со всеми. Там особенно добавишь историю, сразу все родственники, ой, какая красивая, и все остальное. Интересно, а какую музыку вы слушаете? Музыку? В ТикТоке, да. Не в ТикТоке, ВКонтакте. Ну, хорошо, пусть ВКонтакте, что вы там слушаете, например? Ой, разное. Даже, да. И вот насчет ТикТока, полгода назад я считала, что это ненормальная сеть, вообще нужно ее убрать, закрыть, а сейчас сама там зарегистрирована, снимаю видео различные. Ну, да. Ну больше юмористического жанра. Переманили как-то, да. Переманили, да. Хорошо, вот интересно тоже, вы говорите, музыку слушаете, да, вот какую музыку хотелось бы знать. Вы знаете, у нас сейчас дневной эфир на абхазском телевидении, ну не было у нас раньше, сейчас у нас дневной эфир. И ближе к вечеру у нас всегда идут концерты. Вы можете, кстати говоря, на это обратить внимание. Концерты, и я вот вам скажу, почему я сейчас это вспомнила. Там идут очень хорошие концерты, мы скачиваем, находим лучшие концерты. И вот один из моих друзей, значит, меломан, но он взрослый парень и так далее, один раз звонит, говорит, Ира, ты можешь мою просьбу выполнить? Какая просьба? Вы можете дать концерт, говорит, Битлов, Лондон, 67-й год, на крыше дома? И вы понимаете, я ребятам, нашим техникам говорю, найдите мне, пожалуйста.
Вы поняли, в чем дело? Вы представляете себе, какие у нас люди живут в Абхазии, с каким вкусом, да? Вот, и вот такая точность. Лондон, 67-й год, на крыше дома и так далее. Прекрасно. Насколько люди, вот, кстати, поколение такое старшее, уже можно сказать, да, поколение там 50, 55, 60 лет, они, конечно, знают очень много интересного. И вкус у них был, и в этом можно им даже позавидовать. А вы что слушаете, вот, скажем, в соцсетях, какую музыку? Ну, касаемо музыки, у меня, конечно, вкус очень странный. Я слушаю абсолютно все, что мне понравится. Это вне зависимости от того, когда была она написана, когда эта музыка была в топах. То есть мне может понравиться песня, которую сегодня все слушают, и затем следующая песня — это песня, которую слушала моя бабушка, например, Демис Руссос, которую пел. Это просто к примеру. То есть у меня вкус, конечно, очень странный, и зачастую мне мои друзья говорят: «Боже, Сара, как ты это можешь слушать?» Но мне нравится. Хорошо, спасибо. Вот, ну, о социальных сетях вот мы говорили. Вот хотелось бы узнать вот мотивы ваши. Почему вы зарегистрированы в различных соцсетях? Вот основные мотивы какие? Насчет вот социальных сетей, у меня даже такой период был буквально этим летом, что я полностью от них отстранился, но мне очень интересен YouTube. У меня даже бывает время, когда мне по миллион сообщений пишут, я не отвечаю, якобы, знаете, но мне просто неинтересны именно соцсети. В Инстаграме тоже у меня нет, ТикТока я вообще сторонюсь, потому что я от него не лучшее слышу. Но опять же, вот как Сергей говорил, нужно с умом ко всему подходить, что ты смотришь. Но я больше в YouTube засиживаюсь. Ну, ты не в ТикТоке, потому что ты много отрицательного слышишь, да, и, о нем, да? Да, и мне это не особо интересно. Также Инстаграм и ВК мне особо не интересно это. Я больше как-то люблю, опять же, добывать информацию вот по Ютубу. Видео разного рода смотрю там. А так, Что именно? Видео какого направления? Ну, вот я Политика, экономика, искусство, что-то мы там ищем. Детективы, можно сказать, именно которые на реальных событиях расследования были, я такой, и таким интересовался, смотрел. Еще у меня бывают такие периоды, когда я начну интересоваться тем, что вообще никогда мне интересно не было. Я недавно про вселенные смотрел, про планеты, и, не знаю, мне это интересно. Да. Но интересы появляются разные, да? Да, вот, наверное, да. В разные, вот я разные случайно интересы. Что-то увижу и начинаю этим интересоваться и продолжаю про это смотреть. Я недавно слушала кого-то, сейчас не могу сказать точно, он работает инженером в области космоса, американец какой-то, но известная личность и так далее. Он говорит, что в свое время, когда он был юношей, с отцом посмотрел «Звездные войны», вот фильм, да, и он говорит: «Я захотел стать космонавтом», да, вот. Бывает такое. Хорошо, дальше. Я пользуюсь активно именно Ютубом. Там очень много различных лекций читают известные профессора, преподаватели различных вузов как России, так и европейских. Например, Тамара Эдельман, это известный историк, она читает очень интересные лекции. Татьяна Черниговская. То есть лекции очень интересные, можно слушать именно на Ютубе. Ну, касаемо меня, я активный пользователь Инстаграма. А касаемо ТикТока, еще полгода назад я никогда бы не поверил, что могу сидеть в ТикТоке, но, как и сказала Сария, главное найти там, что тебе интересно, и постараться извлечь оттуда именно это. Ну, в общем, пока еще не обжегся, и тебе это интересно. Хорошо, вот, ребята, сзади, давайте активнее, пожалуйста, включайтесь. Если говорить о социальных сетях, то я активный пользователь ВКонтакте, потому что, например, если это друзья в жизни, я могу с ними выйти, увидеться, поговорить. А если это те мои друзья, которые находятся за рубежом, то мне с ними сложно поддерживать постоянно связи, мы часто просто переписываемся. А если говорить о ТикТоке, то я активнейший пользователь, я там сижу постоянно, и не только сижу, но и бывает снимаю видео не только о полезной информации, но также и какие-то юмористические видео. Стараюсь как бы быть актуальным и снимать тренды, быть в реках. Спасибо. Вообще говорят, что ВКонтакте есть возможность заработать деньги, да? Там работает монетизация. Кто-нибудь из вас вообще пробовал что-то заработать? Заработать сейчас можно не только ВКонтакте, это можно сделать абсолютно на любой площадке. Тот же Facebook, Instagram и, кстати, TikTok сейчас пользуются популярностью именно касаемо заработной платы. То есть они выкладывают туда видео, и сколько просмотров, лайков, это все, за это все TikTok им платит. Я вообще считала до сих пор, что TikTok — это ужасное легкомыслие. Сегодня мы делаем рекламу TikTok.
Я, например, тоже вот против ТикТока, я там вообще не сижу, не смотрю видео, я засиживаюсь только в Ютубе как раз-таки при просмотре лекции, как говорили другие ребята, и основная социальная сеть, в которой я сижу, это Инстаграм. На самом деле для меня это все. Недавно просто... Что именно? Более это конкретно. Площадка, где можно самовыражаться, общение. На самом деле это для меня, например, лучшая социальная сеть. Я просто приведу пример. Я совсем недавно зарегистрировалась. Плохо знаю Инстаграм. Я на вас подпишусь обязательно. Я в основном в Фейсбуке. Вот. Да. Просто приведу пример. Недавно меня взломали. Я буквально 3 дня переживал вот эту трагедию. Так что все подписывайтесь заново. Ну вот видите, переживал. Это значит, вот наш первый вопрос, помните, перекликается с нашим первым вопросом, твоя реакция. Да, но да. Вот если я буду говорить о себе, какими именно социальными сетями я пользуюсь, ВКонтакте меня невозможно найти, то есть я под анонимным именем, я там сижу только для того, чтобы читать. Очень часто я попадаюсь на паблики, которые выкладывают именно на абхазском что-то, очень интересные факты бывают, связанные и с историей, и с происхождением слов, так как я филолог, мне это очень интересно, только для этого я сижу ВКонтакте. Кстати говоря, в Фейсбуке у меня есть очень любимые, скажем так, друзья, в каком смысле, я с ними в реальной жизни практически не общаюсь. Но они пишут сугубо только на абхазском языке и пишут настолько хорошо, что они даже не знают, что я их очень уважаю. Но я это их читаю, хорошо. Читаю, да. Я активный пользователь Инстаграма. Мне очень нравится там, как эта площадка только потому, что там можно развиваться, то есть самовыражаться. И в Инстаграме есть очень хорошая функция Stories. Мы можем выложить абсолютно все, что происходит именно сейчас, и это будет только в течение суток видно. То есть это остается как история, и люди видят то, чем ты занимаешься. А Фейсбуком я тоже пользуюсь. Но это важно, чтобы люди видели, чем вы занимаетесь. Если это полезно. Только для, если это полезно. Но, естественно, если заниматься какой-то ерундой, не всем будет интересно. А если ты каждый раз у нас возникает вопрос «если». Или да, слово, «если» — это очень большой вопрос, на который очень тяжело найти ответ. А Фейсбуком я пользуюсь очень редко, только тогда, когда меня что-то интересует, и я не веду. То есть у меня есть страница, но очень редко я ею пользуюсь. Самая большая помойка — это Фейсбук. Да, то есть я в основном там не нахожусь, то есть не открываю, не читаю, только потому что я вижу очень много негатива. И так, можно сказать, что это принципиально, я не захожу туда. Перейдем вот к большому вопросу, очень важно. Значит, вы уже, кто-то уже проговорился, что хотел бы высказаться по минусам и плюсам, скажем, да, по поводу социальных сетей. Давайте вот сначала попробуем сказать о положительном в отношении социальных сетей, о положительном. Закончим, а потом уже перейдем, наверное, и попробуем разобраться, где отрицательное. Но начинаем с положительного. Кто готов уже? Давайте, Элис. Касаемо положительного. Еще каких-то 30 лет назад никто бы представить не мог, что он сможет спокойно общаться на расстоянии с человеком в реальном времени с другой страны, с другого континента. Сейчас же это все вполне возможно. У меня есть друзья с Индии, с Египта, с которыми я веду активное общение. И это развивает меня. Это, конечно, дает очень большой скачок в моем развитии, в понимании других людей, других стран, их культуры. Также в интернете колоссальное количество информации. Это кладовая, которую можно изучать несколько жизней. Ты все ничего, даже 5% нормально не изучишь. Просто надо уметь грамотно этим пользоваться. Складись информации, все в наших руках и в нашей голове. Спасибо. Дальше. Кто готов уже? Опять-таки повторюсь, что это общение. Второе. Вместо того, чтобы сейчас, допустим, пойти в библиотеку, многое сейчас можно найти, то есть в электронном формате. То есть это тоже помогает нашему образованию. Мы можем там развиваться, поэтому на самом деле это большой плюс. Плюсы реально соцсети, они помогают добывать очень много информации. Я реально нашел себя в интернете в том плане, то, что я нахожу единомышленников и делаю в жизни какие-то проекты и дела. Но говоря о минусах, тут часто вот я слышу случайно в соцсети, случайно увидел что-то. Случайно в интернете ничего нету. Я 7 дней назад просмотрел документальный фильм, подготовленный Оксфордом, это расследование против соцсетей. Соцсети активно ведут изучение людей. Зачем? Чтобы заставлять нас как можно больше проводить времени в соцсетях. Вся информация, которую мы получаем, вроде полезную,
она в таком масштабе поступает к нам, то, что человек зависает, человек забывает о реальной жизни. Кто-то тут говорил то, что главное правильно использовать. Особенно дети, они не понимают этого изначально, и они подсаживаются. На сегодняшний день соцсети — это реальный наркотик. Это наркотик, который максимально... Их задача — не дать нам информацию, а забрать у нас время. Чем больше времени они у нас забирают, тем больше денег они получают. Они продают наше личное время. Но согласись, что интернет экономит наше время, когда мы, вот как сказал Кирилл, мы не входим в библиотеку, и мы ищем все то, что есть там. Элементарно те же курсы, которые по саморазвитию, допустим, по экологии. Мы можем проходить это все дистанционно, мы можем найти себе спикеров и тренеров абсолютно с любой точки мира. Да, но проблема в том, то, что человек подсаживается. Подсаживается на наркотик, который управляет им, а не он. Если человек смог правильно управлять этим, то да, это с пользой. Говорится, такое высказывание есть: все хорошо, что в меру. Вот. А вот эту меру не понимает. Ровно 7 дней назад я удалил ТикТок. Я тоже пару лет назад говорю: нет, никогда в жизни не буду лазить в ТикТоке, это ужасно. Потом я случайно просто посмотрел у друзей, там реально было очень много информации по моей деятельности. И еще там было, получается, наши, так сказать, оппоненты, соседи, очень много информации грязной за нашу родину распространяют в ТикТоке, это популярно у них. И я решил дать им ответ, начал этим заниматься в ТикТоке. Но получилось так, то, что я не заметил, как я подсел на это, и реально вот я заседаю, прям вот, ну, сидел там в телефоне, слава богу, есть такая функция, посмотреть, сколько ты лазишь в каких соцсетях. Когда я посмотрел то, что в день у меня уходило около 3 часов на ТикТок, я понял то, что нельзя. И просматривая вот этот документальный фильм, подготовленный Оксфордом, у меня реально сложилось понимание то, что это зависимость. Я не знаю, как. Вот я нашел силу, я удалил. Все, сейчас эти 3 часа я трачу информацию, которую мне нужно получить. Я зайду в интернет, в браузер, напишу и получу. ТикТок просто, он... 2 видео попадается нам, которые нам нужно, 10 видео, которые им нужно. Интересные, смешные. Уже это такое грамотное отношение выстроилось, да? Это как, ну вот торт бывает вкусный, мы сидим, едим без остановки, вкусно, да, хорошо, тебе это нравится, твой организм требует это, но впоследствии у тебя могут быть из-за этого проблемы. Вот это мы должны осознавать. Это реально наркотик. Вот у меня к тебе тогда такой вопрос. Ты сказал, что у тебя уходило 3 часа, и это все потому, что, значит, у тебя выстраивался какой-то диалог с человеком, который, ну, лил грязь по отношению к твоей родине. Правильно я тебя понимаю? Это можно делать не только в ТикТоке, ты понимаешь? Это есть и в Инстаграме, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Это бывает и в Телеграм-каналах, это бывает и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Раз на то пошло, то есть ты можешь удалить абсолютно все соцсети и избавиться от этого? Нет, сейчас объясню. ТикТок очень сильно начал наступать. Он уничтожил, почему все соцсети? Он перешел все границы, все рамки. Инстаграм, он не может тебе... В Инстаграме нету такого, то, что постоянно идет информация, которую Инстаграм тебе дает. Пока что ты не зайдешь в ленту или в истории, там не будет информации. И то, история — это ограничено твои личные друзья и подписки. Лента — это ограниченная информация, твои друзья и информацию, которую, на кого ты подписан, кого ты смотришь. И периодически высвечивается реклама. ТикТок же сам тебе дает информацию. Он полностью захватил. Он реально, из-за чего он такой популярный стал? Он дает все, что мы хотим. Согласимся, не все, что мы хотим, всегда правильно и хорошо. Мы много чего хотим, у нас всегда какая-то потребность, которая может повредить. Это как ребенку. Ребенок хочет много сладкого, конфеты без остановки, в смартфонах. Это такое агрессивное наступление, можно сказать, и манипуляция. Реально, и это как получилось. Они изучили и Инстаграм, и Фейсбук, и всех их. И сделали намного не лучше, а они со своей стороны сделали грамотный подход. Очень грамотный подход, но это хороший подход или плохой? Ну, уже для кого как. Сейчас ведутся расследования, и есть большое желание у конкретных ученых, которые хотят подать в суд на Facebook, на TikTok. Почему? Потому что они не предупреждают людей, то, что это зависимость. Они занимаются зависимостью. Вот эта кнопочка «лайк», вы не представляете, как много людей, умных людей, работали над этим. У вас часто бывает, вы заходите в Инстаграм и смотрите, сколько человек лайкнуло вашу фотографию. Мы зависимы от этого. Наша задача на сегодняшний день реально начать бороться вот с этим и как-то внедрять свое. Возьмем абхазский язык. Я занимаюсь, мы перевели ВКонтакт на абхазский язык. Для чего? Мы осознаем, ВКонтакт забирает наше время,
Поэтому мы будем забирать их время. Мы будем внедрять свою нужную информацию, то, что нам нужно, нашей стране, туда, этим самым занимать, отнимать их время. Вот поэтому интернет неплохо. Я когда встал, многие сказали, я могу отказаться от интернета. Да, я тоже могу отказаться, но не все же могут отказаться от интернета. А задача — это я один буду, вот я уйду от общества, не буду влиять никак, оставлю общество. Это неправильно по мне. Если я буду ходить и на улице всем говорить, давайте проведем субботник, что-то, а все будут в телефонах, это не будет работать. А если я буду через телефон это делать, бороться этим же оружием, клин клином вышибается, как говорится. Поэтому вот это важно понимать. Спасибо, я думаю, Илья, могу закончить. Спасибо, но много интересного как бы вот ты нам это... сказал. Да, спасибо. Это переварить не успеем, наверное, да. Вот последние ряды. Ребят, давайте, вот я понимаю, что у вас есть что сказать. Если говорить о плюсах, очень много говорили об общении, о том, как можно легко в интернете найти информацию. А сейчас немножко как будущий экономист скажу, что это огромная платформа для того, чтобы продвигать свой бизнес, различные товары, бренды, которые раньше бы никто не узнал. Допустим, те же самые интернет-магазины, которые мы можем увидеть в Инстаграме, где обычные домохозяйки из Абхазии могут заниматься предпринимательской деятельностью такой и получать доход. То есть, если мы говорили о вопросе, можно ли зарабатывать в социальных сетях, то это именно помогает получать доход людям. Спасибо. Есть кто хочет сказать о положительном? Я хочу сказать насчет Инстаграма, опять-таки в защиту него как раз-таки. Если человек как раз-таки не хочет смотреть то, что ему не нужно, в Инстаграме же есть просто обычная такая... функция подписаться на то, что тебе полезно, и смотреть именно это. Говорил вот Илья насчет ТикТока, что там навязывается то, что тебе не хочется. Такая же функция и такой же контент происходит в Инстаграме. То есть, если ты заходишь в поисковой формат, там также есть такая Reels, насколько я знаю, вот, ты его листаешь, и тоже тебе выплывают ненужные для тебя видео. То есть, это происходит и в Инстаграме. Просто нужно подписываться на то, как раз-таки, что тебе интересно. Сейчас снимают много видео, в том числе и в Абхазии, у нас это, вот, кстати, практикуется, о простых жителях, это очень интересно. Поэтому подписывайтесь на то, что вам нужно, и все будет Слушайте, nice. За рекламу нам должны заплатить вообще, мы начали рекламировать. Кстати, вот сейчас сказал Кирилл за поисковый формат, то есть если также мы в Инстаграме откроем поиск, там у нас выходит колоссальное количество тех же видео, фотографий, и это все нам также Инстаграм выдает сам, то есть он это все сортирует. Можно и сказать, что как бы он пишет то, что вам нравится. То же самое можем сказать о ТикТоке, то, что мы чаще всего просматриваем, приложение автоматически его сортирует и подготавливает для нас. Хорошо, скажите, вы находили друзей через социальные сети, друзей, родственников, знакомых ваших родителей и так далее? Вот родители попросили поискать, вы кого-нибудь нашли? Да, вот это, наверное, было 5 лет назад, и я обзавелась хорошим другом, который живет в Москве, это благодаря все ВК. Мы с ним виделись всего 1 раз в жизни, но с этим человеком я поддерживаю очень тесную связь, мы с ним практически каждый день переписываемся, и я, ну, можно сказать, что я благодарна, что существует социальная сеть, благодаря которой я обзавелась еще одним другом. И не только друзьями, я через социальные сети нахожу своих родственников, которые не имеют возможность приехать сюда в Абхазию, и с ними не могу я познакомиться лично, и через социальные сети я поддерживаю с ними общение. Таким образом, мы пока говорим о плюсах. Надя, вы мало говорите, я хочу, чтобы вы высказались, пожалуйста. Говоря о плюсах, я тоже хочу поддержать ребят, и Инстаграм — это в первую очередь общение, также, так как я сейчас вдали от своих друзей, родственников, то Инстаграм для меня — это также возможность наблюдать, что происходит в России, что происходит в Ставрополе, что там с моими друзьями. Это, конечно же, плюс. Также, говоря о заработке, тут мало говорили, я не знаю, в Абхазии развито ли это явление, называется SMM-продвижение, то есть очень многие люди, по крайней мере у нас в России, это идет большая волна, и люди зарабатывают очень большие деньги на этой работе, то есть продвигая чужие страницы. Также это возможность сделать рекламу своего бизнеса. Например, я мастер-бровист, и вот как раз-таки благодаря Инстаграм-странице я могу находить себе клиентов и показывать свои работы. В то же время, несмотря на эти плюсы, я больше сторонник отрицания
из социальных сетей и считаю, что как раз-таки для современного подрастающего поколения это зло, поскольку маленькие детки, которые только сейчас, они сразу же еще не выросли, но уже в телефонах, и они очень много берут плохого, то есть они ставят себя в берут примеры из ТикТока, даже многих вот этих современных тиктокеров. Они смотрят на них, и они говорят, вот, они такие классные, вот, они зарабатывают такие деньги, а зачем мне учиться? Я тоже не буду учиться, я тоже покривляюсь на камеру, и я заработаю деньги. То есть они берут примеры из, ну, вот, с тиктокеров, а я считаю, что это зло, и для меня ТикТок, я бы его закрыла. Касаемо плюсов, это, несомненно, уже здесь все сказали, это связи, это информация, добывание всего этого, я с этим соглашусь. На самом деле можно сделать бизнес какой-нибудь и также продвигаться. Но я, честно скажу, вот я с Илья, да, соглашусь именно больше сторонник минусов, потому что тому же заработку есть и противоположная сторона, это мошенничество, которое происходит по интернету. И средства, естественно, они вкладываются куда-то, и потом мошенники забирают эти деньги. И помимо этого еще такие же есть группы, которые давят в основном на тех людей, у которых мышление еще не сформировалось. Это именно молодое мышление. Вот даже, я думаю, здесь многие знают, группа была такая, Синий Кит, которая на молодежь конкретно давила, и она заставляла их совершать какого разного рода суициды. То есть это люди, они, видно, что плохо относятся к таким вещам, что им, они вот получают удовольствие от того, чтобы причинить боль другим. И молодежь, несомненно, в основном к этому склоняется. Сейчас сидящие здесь могут отказаться, как уже сказали многие, вот как некоторые сделали, могут от этого отказаться. А дети, которые с самого начала за этим продвигаются, смотрят, им уже это очень тяжело, это уже зависимость. До такой степени это дошла зависимость, что уже болезнь такая выявилась, номофобия. Боязнь потерять телефон, и если он будет вдалеке от человека. И до такой степени, что психологи уже начинают с этим бороться, и уже такую фобию выдвинули. Ну да, американцы считают, что это вообще психическое расстройство. Да. Вот это отнятие гаджета, называется синдром отнятия гаджета, это что-то страшное для многих людей. Хорошо, хотели добавить? Хочу сказать очень важную информацию. Вот столько социальных сетей я тут услышал, но никто не сказал про лайк. Чистое зло. Вот сейчас обращаюсь к родителям. Если у вашего ребенка есть лайк, возьмите телефон и удалите. Обязательно, в обязательном порядке. Потому что если в том же ТикТоке, в Инстаграме цензура еще более-менее приемлема, то вот в лайке она находится на очень низкой стадии. И наткнуться на что-то плохое гораздо более возможней, чем в том же ТикТоке. Я когда зашел, я был шокирован. Одни дети, никого старше там 15 лет я не встретил. То, какие видео они там снимают, какая там, скажем так, умственная нагрузка минимальная, это все очень печально. Поэтому я вот ко всем родителям обращаюсь. Лайк, удалите, будьте с этим максимально осторожны. Можно еще добавить, Ирина Шотовна? То, к примеру, у меня есть знакомая, которая живет в Мичигане. Мы с ней познакомились очень неожиданно, можно сказать. Я вела страницу со стихами, и ей тоже очень нравились стихи, то есть подписалась на меня, и вот как-то завелась у нас переписка. И что хочу сказать, мы уже с ней переписываемся год. Я могу сказать, что получила очень хорошего друга, и она в том числе, я думаю, надеюсь на это, по крайней мере. Да. А вот насчет того вопроса, что плюсы это или минусы, могу сказать так, человек, который хочет иметь какую-то зависимость, он ее будет иметь в любом случае, то есть это не зависит от соцсетей. Насчет детей, это уже зависит от родителей, то есть родители сами выбирают этот путь, они покупают телефон, они дают в руки и говорят, вот, играй. То есть свое свободное время, то время, которое они могут потратить на развитие ребенка, прочитать сказку, пойти погулять с ним, они передают именно в руки телефону. Отвлекается на планшет, вот скажем, да, там ну, картинки, успеть. Хорошие мультики, что-то непонятное еще, что он там находит, да. И так далее. Мама в это время, наверное, сидит в Фейсбуке и кого-то из нас грязью поливает. Такое нет, но тут бывают такие моменты, да. Когда сложно, например, несколько детей, да, и нужно делать какие-то работы по дому, да, я согласна, то можно, конечно же, но лучше иметь, наверное, помощников это живых, Сикера реальных. Вместо пустышки самым маленьким тоже дают телефоны, айпады и так далее. Случай, да. Я вышла на детскую площадку, и там сидит мама с ребенком, она его снимает на видео, он падает с качели, ей плевать, она его до конца сняла, а потом такая, ой, ты упал, и подошла к нему. То есть немножко было странно. Интересная то есть, мамочка. Очень однако. Интересная, да. Да. Самое да. Главное, это ну, просмотры. Вот, да, многие родители забывают о том, вот, зачем вообще им это нужно.
Спасибо, Яночка. Очень поучительно, скажем так. Давай, Аслан, бегом. Я бы хотел рассмотреть другую сторону интернета, не только негативную, но и плюсы, например. У нас была любительская футбольная команда. И мы просто по приколу, скажем так, решили с друзьями распространить информацию на нас в разных социальных сетях. Мы начали в Инстаграм, в ТикТоке, ВКонтакте. И начали выкладывать разные видео, фотографии, опросы. То есть у нас появилась небольшая аудитория, с которой мы делились нашей информацией. Но в основном эта аудитория была наши друзья. А в дальнейшем мы начали расширяться. У нас появились спонсоры небольшие, которые выделили нам определенные средства на приобретение формы, футбольной амуниции и так далее. То есть, если рассматривать интернет, это не только зло, но можно сказать, что и добро. Как и любая вещь, она имеет как и минусы, так и плюсы. Поэтому мы ставим таким образом плюсы и минусы, правильно? Вот кто остался без реакции? Что хочу сказать. Вот как вы заметили, вот это слово «если». То есть, например, вот, извини, пожалуйста, имя не запомнил, сказала интернет. О мир, о мошенничестве в интернете, мы говорим, да почему именно интернет-мошенничество? То есть до интернета было же какое мошенничество? Там та же самая пирамида МММ, там, когда миллионы людей обманули. Это же не от интернета зависит. Или там то, что вот Илья говорил о зле ТикТока, или как нам все там показывают. Но здесь пространство больше, возможности больше для мошенничества и для прочих дел. О том... То, что нам все предлагают, то есть без нашего ведома. То есть это абсолютно не так, как сказала та же Сария. Что бы ты ни смотрел, чем больше ты это смотришь, тем более подобные тебе и начинают предлагать. То есть даже был проведен опыт, насколько я помню, в Британии. То есть люди, семейная пара в течение там, недели говорили о нужде покупки еды для кошки, им начиналась высвечиваться реклама кошачьей пищи. То есть все равно это прослушивается, тем не менее. И хочу сказать, что все-таки в интернете у нас больше плюсов, если его правильно использовать. Там, когда ты говорил, если, конечно, его правильно использовать. То есть ты говорил, когда ты там 3 часа сидел в ТикТоке и кому-то там доказывал, что мы суверенное, независимое государство. Ну, я... Кем-то вы там спорили за наше государство, да, я так услышал. И что? Ну, я думаю, эти 3 часа можно было и без удаления ТикТока просто посидеть, почитать книжки, для себя саму удостовериться по истории Абхазии, что мы суверенное государство, и никому это не доказывать. Никому это не надо, в принципе. Ну вот скажите, сейчас у меня неожиданно возник такой вопрос. Вот на наш сайт Абхазского телевидения заходят грузины. Да, очень много грузин, которые пишут гадости. Очень много гадости пишут. И вот мы стоим перед дилеммой. Всех их заблокировать? Всех их удалить? Или все-таки дать возможность нашим подписчикам, чтобы они и эту информацию вот увидели, сделали какие-то выводы? Ну, по моему мнению, в принципе, информация в интернете не должна быть ограничена. То есть она должна быть в свободном доступе. И вот как я говорил еще в самом первом вопросе, то есть нельзя давать свободный доступ в интернет детям, там, неокрепшему разуму, который еще не может это понять. То есть, если, например, я уже в возрасте 16-17... Ну, вот разум, когда становится окрепшим, ну, сложно сказать. Говоря, да. Вот кто-то окрепшим становится в 30 лет и в 40, так что Бог его знает. В возрасте 16-17 лет, когда я зайду и вижу эти комментарии, я просто там уже чисто для себя пойму, там это людям делать нечего, они хотят это писать, меня это не касается. То есть, если мы уже ограничиваем что-то одно, нам могут ограничить там наши собственные интересы. То есть все равно информация не должна быть ограничена, как я считаю. Считаете и плюсы все-таки в интернете, хорошо, по-моему, вы больше. Вы цитировали тут своих соратников, они теперь вам будут вопросы задавать. Тут есть такое высказывание: каждый человек слышит то, что он хочет. Вот это вот правильно в час. А я далеко не имел в виду то, что соцсети — это плохо. Те, кто знает меня, знают то, что создание организации произошло только из-за соцсетей. Я нашел себя только из-за соцсетей. Я есть такой, какой я есть, только из-за соцсетей. Но самое главное, из-за правильного использования соцсетей. Но есть такая ситуация, когда человек, ну, просто неуправляемый. То же самое, давайте любой другой наркотик возьмем. Не все же люди, все понимают то, что это плохо, но многие используют это, практикуют. Почему? Потому что это наркотик, это зависимость, которая приводит тебя, и ты не подчиняешься. Ты уже сам не свой. Люди с дома все выносят из-за этих наркотиков. Интернет — это то же самое. Реально, и соцсети.
Если кто-то говорит, что он может отказаться от соцсетей, значит, вы еще не подсели, значит, у вас нет ничего-то такого, что уже вас закрепило. Вот у меня есть. Я не могу в час убрать Инстаграм и так далее. Они мешают учиться. То есть социальные сети мешают учиться. Поэтому давайте как-то мы выделим, локализуем этот вопрос. На самом деле, как социальные сети отражаются на успеваемости студентов? Думаю, вопрос животрепещущий и для родителей, и для ваших преподавателей тоже. Если говорить о том, какая у нас успеваемость, естественно, мы... очень большое количество времени проводим в этих социальных сетях, то есть мы застреваем там, и поэтому наша успеваемость и в учебе, и в развитии, в принципе, падает. Мы говорим, что через интернет, через социальные сети мы можем развиваться, но при всем этом образование наше, которое мы получаем очно, мы должны сидеть и заниматься, а когда мы уже берем в руки телефон, и мы уже начинаем активную переписку с тем же другом, то мы свое время тратим не на то, что надо. И, естественно, это очень сильно сказывается на нашей успеваемости. Вы согласны с такой точкой зрения? Кто хочет поспорить, пожалуйста, тот. Уровень концентрации 100% снижается из-за того, что мы пользуемся социальными сетями. Показательным должно быть для нас то, что, вот, например, Билл Гейтс позволяет своим детям пользоваться интернетом, Wi-Fi не больше 2 часов в день. То есть он понимает, что он делает. Также во многих серьезных американских, европейских школах, не там, где просто платят деньги, а готовят вот настоящую элиту, там запрещено пользоваться Wi-Fi, интернетом, гаджетами. Это должно нам о многом говорить. Должно нас насторожить, да, и да, более грамотно относиться к вопросу. Илья, только коротко, пожалуйста. Да. Чтобы оседлать коня, его не нужно идти с ним на конфронтацию, часто конь бывает не подчиняется и так далее. Нужно найти подход. И тут вот об этом. Сейчас объясню почему. На сегодняшний день образование идет на конфронтацию с интернетом, соцсетями, смартфонами. Реально, все преподаватели почти против использования телефонов и так далее. Соцсети и телефоны, и смартфоны, их нужно правильно начать использовать. Если образование вникнется в это, если образование направится. Сегодня происходит, идет конфронтация. И это только минус. Образование отдельно пытается без смартфона как бы давать нам информацию. Они считают, что мы должны все через книги и так далее. А человек, который уже зависимый там, или частично зависимый от смартфонов, он получается, он и книгу не считает, и больше времени в телефоне. Я не буду говорить за всех, буду говорить лично за себя. Правильно, за 4 года учебы на историческом факультете интернет ни разу мне не помешал, он не стал мне врагом, а напротив, моим другом. Во-первых, потому что я в основном читаю книги онлайн, то есть я почему-то воспринимаю информацию, ту, которая написана именно на экране. А во-вторых, возможность использовать интернет для своих целей. К примеру, участие в различных конференциях, она должна сопровождаться различного рода презентациями. То есть я могу сделать презентацию с помощью интернета также, записать что-то, то, что нужно мне. То есть в таком случае тоже это плюс для меня. Я прихожу домой, и первая моя обязанность, наверное, даже не обязанность, ладно, поем, отдохну, а потом я уже иду делать свои семинары. И когда я уже закончу с учебой, я уже могу перейти к социальным сетям, но, как показывает практика, на социальные сети у меня не так много времени. В итоге выходит. Не, ну, получается, ты человек прилежный, знаешь, он как студентка прилежная, ну, да? Не без грехов, и конечно. Ты, да. Значит, ты делаешь что? Вот, акцент в основном? График или распланировку? Я планирую почти каждый свой день. Во, у тебя распланировка. Это да. Есть не у всех, у многих людей, особенно у молодых, хаос происходит в этой части. Есть что добавить, чтобы не повторяться, пожалуйста? Хочу сказать вот такую вещь. Люди, которые учились, ну, прежнее поколение, которое было до нас, люди старой закалки, они бегали в библиотеки, искали разные книги к соседям, к друзьям. То есть там у них была своя романтика. Я не могу сказать то, что сейчас я умнее того поколения в их возрасте. Хотя у меня есть такой огромный доступ, как интернет, столько знаний. Я не могу сказать, что я намного умнее. Я сомневаюсь в том, что кто-то может вообще такое заявить. Он мне, интернет, я не могу сказать, что сильно помог. Он больше сбил мою концентрацию. Я начинаю делать какие-то там задания. На секунду, одно видео посмотрю. Одно, второе, третье, час проходит. Много информации, конечно, определенно ее можно и найти, не надо ходить в библиотеку, но и концентрация из-за этого очень сильно хромает. Так что
я, пожалуй, скажу то, что именно в плане учебы он гораздо больше негативный эффект дает, чем положительный. Ну, может быть, перетечем вот, да, как бы в другой вопрос или к другому вопросу, вот, говоря об этом. Вот как вот на психическом здоровье отражается вот постоянное пользование или же злоупотребление, значит, да, в пользовании социальными сетями? Вот касаемо этого вопроса. Психическое состояние человека очень сильно ухудшается именно в интернете в том моменте, когда он натыкается на какую-то дестабилизирующую информацию. То есть есть много контента, который это просто... Это вы слышали от других людей? Это я и лично или видел, личный я и лично опыт натыкался. Тоже как-то может об этом Да, и там есть сказать. Такие, да те же видео, что которые ты посмотришь, и тебе еще целый день из головы оно не может вылезти. Настолько оно бывает шокирующим. Это очень сильно влияет на психику. Элементарно те же переписки с друзьями. Если я сейчас выйду на улицу и начну говорить со своим другом, у нас будет зрительный контакт. Я буду понимать его эмоции, его чувства. А то, что он мне написал, там, не знаю, ха-ха, смешно, я не вижу его лица. Я не понимаю его настоящие эмоции. Это тоже своего рода Хорошо. Откладывается на психике. Да, у вас есть своя четкая позиция. Спасибо большое. Давайте, пожалуйста. Вы говорили очень мало, да. В данном вопросе у меня есть очень много друзей, которые пожертвовали своим психическим здоровьем из-за интернета. И я сама пожертвовала своим психическим здоровьем из-за интернета, поэтому я считаю, что интернет — это зло. Очень много вещей в интернете навязывают нам, и я считаю, то, что в интернете есть какие-то рамки, которые ограничивают нас. Допустим, те же самые модели. Для девочек это очень больная тема. Есть очень много моделей за рубежом, которые выкладывают то, какие они прекрасные, то, какие они с иголочки, в общем-то, и не указывают то, что они используют очень много фотошопа, то, что это все на самом деле неправда, все отредактировано, а девочки, младшее поколение, считают то, что «Ой, они такие идеальные, а мы не идеальные», начинают загоняться по этому поводу, у них начинаются какие-то психические сдвиги на этом, они подходят к своим родителям с желанием что-то исправить, допустим, в своей внешности или еще с какими-то претензиями. Я считаю то, что интернет — это зло именно по этой причине, потому что интернет навязывает нам какие-то стандарты, от которых нужно избавляться. Я считаю то, что каждый человек должен быть индивидуален, у каждого своя красота, и никто не должен указывать нам на какие-то стандарты, а тем более навязывать их. Как трудно до этого дойти бывает для многих людей, правда же, для всех наших детей, вот дойти до осознания и понимания этого. Да, пока не обожгешься, наверное, трудно все это осознать. Спасибо. Давайте. Говоря о том, что я наблюдаю это, с каждым годом я вижу все больше пассивных людей, закрытых людей. Мне кажется, это происходит потому, что многие ставят общение в соцсетях выше общения в жизни, и поэтому с каждым годом людям все труднее общаться вживую. Мне кажется, это именно происходит именно потому, что люди ставят на первое место общение в соцсетях. Злоупотребление соцсетями, в целом интернетом, там сидением за компьютером или копанием в телефоне и так далее, на физическом здоровье тоже, да, у многих людей, я думаю, что и у молодежи тоже гиподинамия уже начинается. Интересно, кто-нибудь из вас занимается спортом? Да, я. Сколько? Поднимите руки, кто занимается спортом. Кирилл, срочно в спортивный зал. Хорошо, спасибо. Это уже хорошо. Многие из вас, что занимаются спортом, своим здоровьем, это замечательно. Вот недавно, кстати говоря, телеграм-канал делал рассылку. Срочно предлагается серьезная работа с хорошей платой и так далее. Кто хочет там заниматься закладками и так далее, вот он... А может хорошо заработать. Как часто бывает вот такая информация, и насколько этот канал может быть вредным для нашей молодежи? Пожалуйста. Это реальная проблема, так как очень много есть ребят несостоявшихся семей, в которых очень много проблем. Одна из основных проблем – это проблема, когда у человека существует нехватка средств. А часто как находят таких людей? Такие ребята часто ищут в интернете, как заработать, как вот, ну, такие запросы. Им часто приходят такие смс-ки. И поверьте, когда человеку раз 50 придет смс-ка, 50 раз он скажет нет, а потом будет хорошая сумма, он может соблазниться,
может податься вот этому соблазну. Таких ситуаций, слава богу, в Абхазии... Если жизненная ситуация сложная, тем более, да? А там такие суммы. Так получается, то, что в Абхазии, слава богу, это не наблюдается. Еще не было случаев, я наблюдаю активно за этим, еще не было ни одного случая. На наши ценности, вот я имею в виду наши традиции, для меня, кстати, это очень злободневный вопрос. Кто готов? В погоне за популярностью даже наши местные ребята, мальчики моего возраста, начинают снимать тиктоки, да и девочки, забывая о наших ценностях, о том, что можно, о том, что нельзя. Просто для того, чтобы собрать лайки, просмотры, то, чтобы сказали, ой, какой он крутой. Но на самом деле нужно помнить, где мы живем, как нас родители воспитали, и понимать вообще, что мы делаем. Хочу еще добавить вот к его ответу такой момент. Они забывают. Забывают, какая кровь в них течет. Почему я так говорю? У абхазов всегда была очень высокая скромность. Они не показывали себя на общее обозрение, не хвастались своей красотой. Да, определенного рода попытки были, но в меньшинстве. Сейчас же, когда я говорю, вот определенные там девочки, зачем ты выкладываешь фотографию? Для себя. Этот ответ вообще тут неуместен. Для себя оставь у себя в галерее. В альбоме или можно повесить дома. Да, но тут работает человеческий фактор. В рабочем кабинете. Нам всем надо самоутверждаться. Я хочу, чтобы мне сказали, я красивый. Я хочу, чтобы мне сказали, что я сильный. Но мое абхазское не позволяет мне в открытую показывать себя с каких-либо сторон. Поэтому это довольно сложный вопрос. Я уверен, что наше абхазское, в частности, из-за сетей потихоньку теряется. Конечно, это очень сильная и большая трагедия. Но хочу сказать то, что все ничего не так потеряно. Если в должный момент взяться за голову, вернуться к истокам, которые являются всем в данный момент для нас, мы еще сможем стабилизировать эту ситуацию. Кто по этому вопросу? Еще хотя бы один комментарий. Можно? Давай. Я не хочу брать ответственность за безответственность других людей. Я считаю, что то, что человек выложил, зачем он это выложил... Говоришь с афоризмами. Да, да, я такая. Иногда самолюбие на высоте. Да, конечно, мы не должны забывать о том, кто мы, где мы родились, кем были воспитаны, но это ответственность каждого человека. Можно добавить Да. этот момент? Да, ответственность каждого человека. Но я абхаз, ты абхазка. Я говорю, я спрашиваю тебя, зачем ты это делаешь? Не для того, чтобы как-то тебя укусить, в укор тебе это поставить. Мне правда это интересно. Но если каждый человек скажет, это его ответственность, меня это не касается, то это перестанет быть Абхазией. Мы всегда держались за руки и сжимали эти руки в одном кулаке. А если сейчас это изменится, то все наши ценности напросто пропадут. Глобализация – большая проблема. И самая ключевая проблема – то, что многие люди свободу путают с безответственностью. На сегодняшний день Абхазия столкнулась с этим в связи с тем, в обществе утеряна ответственность за твое поведение. Ты себя называешь абхазом? Соблюдай традиции эти. Называешь армянином? Соблюдай традиции этого общества. Можешь не соблюдать, но не относи себя к ним. Вот мое мнение таково, то, что выкладывают, не выкладывают фотографии, это не об этом вообще. А разговор идет о поведении, о том, что реально человек делает. Если мы забудем вот о традициях, я не говорю традиции соблюдать, которые были давно, именно так, как они были, в современный мир изменять, и делать, чтобы они в современном мире реально подходили и были интересными. Свободы не существует как таковой. Мы должны определяться, к какому обществу мы относимся, в каких рамках мы будем придерживаться. Мы реально должны держаться своих традиций, изменять их, изменять для современного мира, но придерживаться, что закаляли наши предки. Это реально важно, мое мнение. Например, моя культура многое запрещает, но вот когда ты сидишь в соцсетях, ты часто видишь какой-то непристойный контент, и чем больше сидишь, тем ты меньше реагируешь на это. Например, вот если я листаю ленту, и я увидел что-то непристойное, я не реагирую на него как-то.
как сказать, как я мог бы отреагировать, если бы я не пользовался соцсетями. Для меня психологически, мне кажется, это уже воспринимается нормой, то, что в соцсетях может быть такое. И я не считаю, что это хорошо, на мой взгляд. Вы знаете, раньше, когда был только телевизор, да, и мы смотрели телевизор, но в каждой семье, ну как вечером, все собирались у телевизора и смотрели, да, вот телевизор. Если там шел какой-то фильм, где понятно, что молодые хотят про любовь. Но хотя фильмы тогда не такие были, как сейчас, они были достаточно благопристойными и так далее, но тем не менее, мы стеснялись вместе с родителями просматривать эти фильмы, понимаете? Телевизор на всю семью один вот был. Это сейчас в каждой комнате люди могут себе позволить телевизор поставить, да, монитор. Такой возможности у нас не было. Всегда либо родители считали, что нельзя вот вместе с детьми это просматривать, или дети вот и так далее. То есть мы даже вот этого стеснялись. Вот раньше вот такое вот было время. А сейчас, когда просматриваешь социальные сети и видишь всякие ужастики, скажем так, да, непристойные, вот как Аслан сказал, вот всякие материалы, и видео, и не видео, и текстовое тоже. Ну, какие мысли появляются? Я сразу начинаю, ой, боже мой, мои дети это увидели, ой, боже мой, мои родственники это увидели. Ну, вы тоже, наверное, думаете, у вас же есть сестры, особенно у мальчиков, да? Я знаю, как мыслят абхазские мужчины, да, абхазские ребята. Вы думаете, не дай бог, вот сестра смотрит вот такие вещи, что потом из нее получится? Или же я слишком консервативный уже человек? Наше общество консервативное. Кто хочет высказаться? Да. Ну, вы правы, наше общество само консервативное, это правильно. И кроме того, западная культура, она лидирует, и наша культура начинает растворяться в этой западной культуре. Но я верю, что еще не поздно остановить данный процесс, и мы сможем сохранить нашу ментальность. То, что мы говорили, означает, если как-то обобщить, означает, что огромная зависимость существует у молодежи. Конечно, как вот с этим бороться? Многие считают, что у молодежи сейчас нету хобби и так далее, и так далее. Но есть такая молодежь, но основная масса ни хобби, ничего абсолютно не имеет. И вот они сидят в социальных сетях и не больше того. А вы вот как считаете, как, во-первых, можно бороться с этим? Каждый человек, может быть, должен бороться с этими как-то. Или же есть уже какие-то правила, которые можно для себя установить? И есть ли у вас хобби? Я никогда не поверю, то, что мозг, идеальный компьютер, сможет захватить какая-либо нейросеть, там, ТикТок, Ютуб. Я до последнего буду верить, что человек в собственных силах. Если даже есть в мире примеры, где от тяжелых наркотиков могут отказаться, то я уверен, что и от этого можно отучиться. Какой могу дать совет? Если ничего тебя не обременяет, если нет никакой ответственности, в том же ВК, Инстаграме, ТикТоке удали. Без определенной надобности не заходи туда. Удали и живи спокойно. Касаемо хобби, стихи люблю писать. И касаемо стихов, вот именно Инстаграм, он продвигает меня. Я люблю слушать критику. Критика помогает мне развиваться и двигаться дальше. Именно благодаря Инстаграму большинство этой критики я и принимаю. У меня немного другой взгляд на этот вопрос. А именно я считаю, что чем больше запретов, тем больше желания нарушить эти запреты. Поэтому если мы будем радикально так относиться именно к социальным сетям, гаджетам и так далее, то мы не сможем с этим справиться. И тут уже вопрос стоит в том, что человек сам решает, нужно ему это или нет. Опять же, наверное, сейчас будут критиковать за что-то, и за то, что я так сказала. Но если о взрослом человеке идет речь, это одно. Да. Если о ребенке речь идет, но не может ребенок сам решать. Да, ребенок это уже взрослые. Ответственность родителей. Каждый из вас, я думаю, что на свою страничку заглядывает. Я не знаю, поскольку раз в день, но заглядываете, правда же? Часто, да, конечно. Кто из вас очень часто заглядывает? Я, например. Очень часто заглядываешь, да? А вот как часто возникает желание посидеть там, скажем, с друзьями, с подругой, с другом за чашечкой кофе?
и пообщаться вербально. Вот и я, у меня каждый день такое, так как у меня очень мало свободного времени из-за учебы и работы. Я очень хочу, то есть мне не хватает живого общения с моими друзьями. Как только у меня появляется свободный час-два, я стараюсь с ними видеться. Но так как у меня этого свободного времени очень мало, и в основном все мои друзья, близкие, они учатся где-то в России, в разных вузах, мне приходится с ними общаться по интернету. Но, естественно, те друзья, которые находятся здесь, и даже подружка-соседка, когда и у нее, и у меня совпадает свободное время, мы с ней проводим вместе за чашечкой кофе, чай, и общаемся, рассказываем друг другу новости, интересуемся, как у каждого дела. В принципе, бывали моменты, когда я был очень сильно социально замкнут, но я был именно из тех моментов, человек, он существо социальное, ему нужны партнеры, нужны друзья для развития, но иногда надо и в себе полазить. Если человек не может понять, если человеку плохо наедине с собой, значит, у него плохая компания. Значит, надо в себе что-то поменять. Касаемо того общения с друзьями, конечно, очень большую часть своей жизни я провел на улице, в компании друзей, братьев. И вот сейчас, допустим, у меня брат очень близкий, уехал учиться в Ростов, Баграт. И вот, правда, без него тяжело. На душе как будто кусок души вырвали. И что меня спасает, я могу ему в Инстаграме там позвонить. Как ты, как дела, что нормально, уже мне намного легче. В этом случае намного пользы больше. Есть кто хочет? Сабина, давай. Я экстраверт, я очень сильно люблю выходить со своими друзьями и так далее. Но сейчас из-за учебы, и моя подруга тоже близко. О чем сплетничаете? Можно немножко узнать? Не хочу говорить. О много чем, если честно. Ну, когда мы собираемся, сейчас она должна приехать. Ну, а бывает такое, что вы там сидите, сплетничаете, обсуждаете разные вопросы, ничего в этом плохого нет для девочек. Это вообще нормально, да? Что кто-то из ваших подружек постоянно в телефоне. Вот, я хотела сказать, у нас есть правило, мы когда собираемся все вместе, мы отключаем наши телефоны. Мы правда так делаем, мы просто откладываем их и вместе проводим время, даже если нам скучно, и мы хотим просто зайти в Инстаграм, что-то посмотреть, мы такие, так, все, давайте кого-нибудь другого обсудим. Хорошо. То, что мы сейчас обсуждаем с вами, мы же сейчас это как? Мы вот как-то интуитивно мы или на личном опыте поняли очень многие вещи. А вот чтобы проводились, на самом деле, исследования, да, как вот по-настоящему, ну, там, с помощью анкетирования, потом анализа материалов полученных и так далее, если бы преподаватели и студенты совместно работали бы в рамках диплома или других каких-то работ, и получали бы они материал очень ценный, правда же, ценный, полезный и так далее, это куда полезнее для общества, чем писать совсем мертвые темы, да, которые в нашей жизни, для нашей жизни ничего не меняют. Вы со мной согласны? Да, абсолютно. Хорошо. Вот мы сегодня, в принципе, обсудили очень много вопросов. Тема большая, и осталось, я думаю, что за гранью нашего обсуждения очень много вопросов. Может быть, у нас получится вернуться к другим вопросам тоже в других наших передачах, на наших встречах. Вот скажите, вот из нашей встречи сегодня, пока вы не успели остыть, подумать и так далее, понимаю, немножко мы напряжены, но я, честно говорю, вами очень довольна. Первая встреча и первый опыт, и вы так активно в этом участвуете. Вы можете сказать, что надо же, над этим вопросом я никогда не думал. Я подумал об этом впервые. Вот что-то интересное извлекли из нашего разговора сегодня? Я люблю наблюдать, и мне было очень приятно и вообще полезно тут присутствовать. Тут ребята очень с разных, так сказать, обществ, с разных сфер жизни, с разными мнениями. Мне реально было полезно услышать их мнение, выразить свое мнение, что вообще я всегда ставлю на первый план. Поэтому я считаю, это отличная встреча, реально очень много информации, которую я приду домой или там через пару дней осознаю, обдумаю, подумаю, может, что-то поменяю. Это хорошо. Кто не может изменить свое мнение, ну, не может ничего сделать в этой жизни, я считаю. Вот я, например, для себя из сегодняшней нашей встречи извлекла то, что да, я задумывалась о минусах и плюсах, но, наверное, это все происходило как-то поверхностно. Сегодня, когда у меня появилась возможность выслушать присутствующих здесь ребят и сравнить это со своим мнением, у меня теперь сложилось совсем другое мнение. У меня количество этих минусов и плюсов, оно поменялось. Я рада, что у нас была такая возможность выслушать каждого. Было, конечно, очень приятно. Дальше.
Касаемо того, что я узнал нового. У меня бывали мысли, которые я вот задумался, как они так делают, что я, допустим, выйти лишний раз не хочу или хочется опять вернуться. Также отдельно хочу сказать всем спасибо. Очень много интересных ребят со своим мнением, со своими мыслями. Эти дебаты, они, я люблю такого стиля, честно, разговорной формы. Тут есть о чем задуматься. Я уверен, то, что я сейчас пойду домой, сяду и еще обработаю эту информацию. Я уверен, то, что найду еще очень много чего интересного. Так что спасибо. Хотела поблагодарить всех за эту встречу на самом деле. И такой момент, который мне понравился именно сегодня у нас здесь, мы умеем не только слушать людей, но и слышать их. А это самое главное, я считаю. К великому сожалению, человек совершает множество ошибок и потихонечку через личный опыт бывает, что приходит к тому, что начинает понимать, что не надо этого делать, надо вести себя таким образом и так далее. И в этом вопросе, конечно, сегодня во всем мире происходят очень большие потрясения с молодежью. Много друзей можно найти, единомышленников можно найти, родственников, которых когда-то мы вообще потеряли связь с ними и так далее, мы можем найти. Я, например, нашла нашу родственницу Татьяну Дикую, которая живет в Америке, когда-то вышла замуж за американского миллионера. Она абхазская правнучка из семьи, известной в Абхазии, семьи Киаразовской, революционной и так далее, фарданевцев. С другой стороны, когда мы находим как бы друзей-единомышленников, единомышленников в чем? Это ведь тоже вопрос очень сложный. Еще, поскольку у нас главная тема, которая прозвучала, что социальные сети мешают, да, мешают учиться, конечно, это имеет место, я понимаю, и помогают, и мешают. Да. И вот ученые проводили исследования и пришли к выводу о том, что те, которые перед сессией, перед экзаменами, да, и зачетами отказались от интернет-общения и сосредоточились на своих занятиях и так далее, на 20% их успеваемость была выше, чем у тех, кто не отказался от пользования соцсетями, значит, во время сессии экзаменационной. Таким образом, ученые утверждают, что социальные сети мешают учиться. Будем думать и анализировать в этом ключе. Это был старт новой передачи, новой программы. Это начало коммуникации со студентами именно в таком формате Мозаида. Мозаида — вполне себе вербальное общение. Присоединяйтесь к нам.